Ансамбль «Ровесники» уезжает в Мексику. 20 танцоров из старшей группы примут участие в международном фольклорном фестивале ЮНЕСКО. Амурчане проведут в стране 13 дней. Деньги на поездку выделили из городского бюджета. Всего 1 миллион рублей. Ровесники ежегодно подают заявки и участвуют в фестивалях ЮНЕСКО. Так, в прошлом году в Турции коллектив подружился с мексиканской хореографической группой, которая и пригласила танцоров в Мексику. Амурчане будут единственным российским ансамблем на предстоящем мероприятии. Ровесники подготовили русскую танцевальную программу из 10 номеров и мексиканский танец. Кстати, сегодня в легендарном хореографическом ансамбле «Ровесники» занимаются 500 танцоров.